Российская студенческая весна – это не просто молодежный фестиваль, это бренд, это единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества. Ведь все творческие крупные молодежные проекты включены в программу Российской студенческой весны. Что и говорить, ведь РСВ поддерживает более 700 университетов страны. Совсем недавно центром студенчества стал город Уфа. Здесь состоялась студенческая весна стран ШОС и БРИКС. Программа фестиваля включила в себя 5 направлений – медиа-весна, арт-холл, королева-весна, универ-весна и второй молодежный форум стран ШОС и БРИКС. В Башкортостан прибыло более 1000 студентов из 17 стран мира, чтобы принять участие в международном фестивале. На фестивале молодые специалисты делились опытом международного сотрудничества. На медиа-весне говорили о проблемах молодежных СМИ. Здесь же прошел проект «Универведение», где представители России, Китая, Азербайджана, Таджикистана, Армении и Индии состязались в вокальных талантах. Красоту и талант молодежного творчества стран БРИКС и ШОС смогли увидеть и активисты Татарстана. Ведь в свое время студенты показали себя как дружная команда, способная на качественную организацию подобных мероприятий. Мы съездили в Уфу с делегацией от Татарстана. Мы представляли нашу команду Российской студенческой весны и помогали организовывать международную студенческую весну стран ШОС и БРИКС, которая проходила в Уфе. Эти 5 дней мы занимались помощью в организации мероприятия, работали с почетными гостями, встречали. Было интересно посмотреть на победители конкурса. Это были девушки из Казахстана. Они очень хорошо пели, главное, русскую песню, что удивительно. Ярким финалом международной студенческой весны стал конкурс красоты, грации и артистического мастерства «Королева весна-2016». Как признаются организаторы, международный фестиваль стал эффективной информационной площадкой для развития культурных и дипломатических связей между странами ШОС и БРИКС. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.